Итак, новость последнего часа. По тревоге сегодня подняты подразделения Воздушно-космических сил России. По решению Верховного главнокомандующего объявлена внезапная проверка боеготовности. Предстоит оценить, насколько органы военного управления способны быстро и эффективно реагировать на атаки потенциальных противников, а войска выполнять учебно-боевые задачи. Детали сообщил министр обороны Сергей Шойгу. При проверке особое внимание необходимо уделить состоянию боевого дежурства, развертывание системы противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии. В ходе всех мероприятий обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности, не допустить отрицательного воздействия на природную среду.